Как развивается частица индивидуальности? Остановимся отдельно на частице индивидуальности и на моменте выбора человека. Эта частица начинает формировать индивидуальность личности с первого момента выбора, и далее это продолжается бесконечно в том случае, если душа развивается в положительной системе. То есть она работает бесконечно. Частица индивидуальности развивается по собственной программе, главным в которой является создание отличия хотя бы в чем-то от других. Эта программа подчиняет себе все прочие программы, дающиеся человеку при воплощении, включая и программу на творчество. Человек способен делать выбор не только в нем, то есть в творчестве, но и в каждом своем действии, мысли, чувствах. Как, например, человек делает выбор в чувствах? Если он идет смотреть фильм ужасов, то развитие идет через чувство страха, агрессии и так далее. А если смотрит добрую комедию, то развивает чувство юмора, радости, доброты. Выбор действий обычно совершается через выбор добра и зла, светлых и темных энергий. Выбор знаний, изучение разных наук ведет к накоплению положительных, светлых и отрицательных светлых или темных энергий.